И всем привет, дорогие друзья, с вами Крипер. Сегодня мы будем играть в Майнкрафт. Погнали. Все, и получается вот такая драконья кузня. Тут мы сюда заложим, значит, железный слиток и драконий, значит, фига ты, улегся тут. Ну, типа, я все, теперь делаем вот так вот, и получается меч из дракона Сталина 25. Собака. Короче, извините, что я, во-первых, без скина, во-вторых, наш дракончик. Да, это я сделал в прошлой серии, кто не видел, то посмотрите обязательно. Потому что это была самая крутая, по-моему, серия из всех этих серий, которые у меня вообще были. Я только что с Костей текстуры видел овцу. Также нам надо убрать вот этот заборчик, я думаю, потому что он нам тут мешает. Ну, типа, нахрена нам тут забор, если он тут нахрен не нужен, ну, типа, дракон сюда как минимум вообще не влезет. Вот, задайте, что мы сегодня должны сделать. Смотрите, есть яйцо, значит, сердце огненного дракона кузни. Вот, тут надо сердце дракона, также кирпичи огненного дракона, они делаются. Короче, тут все делается, в принципе, просто. Также нам нужен огненный слив, он делается тоже просто. Короче, тут все делается просто, так что раз, два, три, погнали. Все, я все подготовил, осталось только это все построить. А строится это у нас вот так вот. Берем вот так вот. Ой. Да блин. Фига, он даже с эффективностью 5 долго добывается. Кстати, надо убрать все, что горит, потому что. Так как у меня огненный дракон, тут все сгорит нахрен. Поэтому убираем все, что горит, чтобы у нас тут ничего не горело рядом. Ставим, короче, вот так вот, так вот, так вот, так вот. Заполняем этими штучками. Посередине ставим драконью кузню. Ай, стоп, не то. Это слив. Ставим вот эту драконью кузню. Вот сюда ставим слив. Дальше мы заполняем это все вот так вот блоками. И опять делаем так же, как и было. Оп, оп, оп. Оп и оп. Все, и получается вот такая драконья кузня. Тут мы сюда заложим, значит, железный слиток и драконий, значит, фига ты, улегся тут. Вот, и драконье дыхание. Точнее, кровь дракона огненного надо нам именно. У нас только огненного и есть, так что спим. Так, ну а теперь берем кровь, берем железо. Идем, получается, короче, к нему. Сейчас нам надо его привязать. То есть, чтобы он понимал, что ему сейчас сюда дышать надо, мы сначала ложим вот это вот все сюда. А, он сюда даже так дышит. Ну, я так скажу. Так, давайте отойдем, он слишком громкий. Короче, я вообще это хотел сделать для того, чтобы... Потому что я посмотрел, короче, гайд, и там было сказано, что надо его привязать, чтобы он сюда дышал. Но нет, он сразу сюда сам дышит. И вот сейчас получится слиток. Давай, давай, давай. Е-е-е, получается слиток огненный дракона стали. И это прям... Молодец, работай. А я пока пошел за кровью дракона, получается. Раз, два, три. Так, я вернулся. Уже сделал, получается, ну, добыл много крови. Этот уже все переплавил. Так, теперь делаем вот так вот, и он теперь делает еще слитки. А пока есть у нас 6 слитков, мы можем сделать себе, получается, крутую меч и кирку. Потому что меч и кирка тут суперские просто. Это прям... Реально суперски. Только я не помню там меч. Вот, меч из дракона стали. Тут нужна кость из сушителя. А кирка из дракона стали. Стоп. А, да, вот кирка. Тут тоже нужна кость из сушителя. Они у меня вроде есть. Или не знаю. Стоп, у меня... Серьезно, нету? Стоп, что? А... Окей, раз, два, три. Ну, типа, я все. Теперь делаем вот так вот. И получается меч из дракона Сталина 25. Собака урона. Мой на 12,5, этот на 25. Это охренительный меч и... Да. Также делаем кирку. Бам. Она, наверное, быстрее копает даже моей, хотя моя с эффективностью. А, нет, слушайте, она копает точно так же, только моя с эффективностью. Надо это все будет сейчас зачаровать. Давайте я сейчас зачарую. Блин, меня, наверное, не слышно из-за этого дракона тупого. Давайте, раз, два, три.
Я уже заколебался это все делать. Это самая долгая зачарка, которую я когда-либо делал. Но она получилась. Вот. Он лег спать. Наработался, лег спать, да. Молодец, 13 слитков сделал за все время, пока... Стоп. А, блин, я далеко уходил, из-за этого слитки не делались. Кстати, я потестил обе эти кирки, они одинаковые, они серьезно одинаковые, но даже с эффективностью 5 они вот даже зачарованы одинаково, но... Но, есть одно но. Я ее, ну, как бы 8000 прочности, а на той 1500. Так что поэтому я буду ходить с этой. Также самые лучшие зачарованные мечи, это просто охренительно. 28 собака урона. Короче, это самые лучшие вещи. Также я тут себе много всяких книжек на броню сделал, специально, чтобы сразу зачаровать. Только шипы, кстати, к сожалению, я шипы не нашел, но я их, конечно, сейчас еще поищу, пока он будет доделать эти слитки, я еще поищу шипы обязательно, потому что мне нужны шипы тоже, как бы. Все, ребята, он все сделал, я тоже все сделал. Теперь у меня 30 слитков дракона стали, это очень круто. Кстати, у него броня, типа... Железная броня, броня из драконьей стали. А, из блоков. Ну нет, тогда не буду я ему делать такую броню. Ну а себе сделаю броню. Так. Ура! Я сделал себе броню круче, чем это. Это прям мощно. Ладно, давайте я тогда сейчас это все еще зачарую, только мне нужен опыт. Давайте, раз, два, три. Ну, ребята, я все зачаровал. Получилось вот так вот. Меч. Самые крутые зачары. Получается, кирка. Самые крутые зачары. Но вот броня уже не самые крутые зачары. Тут защита 4, да, я нашел прочность, починку все нашел. Но шипы я нашел только второго уровня и третьего. На второго зачаровал на поножи, а третьего зачаровал на нагрудник. Короче, выкидываем это дерьмо. И одеваем вот эту крутую штуку. Уа! Охренеть, я... Я очень красивый. Я реально красивый. Блин. Блин, я очень красивый. В смысле, в Майнкрафте, в жизни нет. Так вот... Блин, это охренительно. Реально офигенно. Это капец прям. Блин, слушайте. Я прокачался прям по максимуму. Мне кажется, теперь драконов я буду убивать просто на хтьфу и все. То есть, стоп. Это означает то, что я могу сделать себе, получается, еще ледяного дракона. И закончить прохождение. Потому что у меня же была, получается, цель закончить прохождение, когда я убью... Ой, в смысле, себе выращу все типы драконов. А у меня, получается, только два дракона в этой сборке. Получается, огненный и, как бы, ледяной. Вот, поэтому я придумал, еще я хочу убить иссушителя и сделать маяк. Вот. Это тоже мои цели будут, потому что иначе, блин, просто убить, в смысле сделать себе два дракона, это уже, ну, как-то... Получится, короче, маленький летсплей, я хочу его длинным сделать. Вот, но вообще ледяного дракона мы еще, конечно, не нашли, так что еще его искать и искать. А сейчас мы берем, значит, вот это все железо. Отсюда берем железо. Кстати, вот эти все руды надо вот сюда сложить. Так, теперь крафтим, получается, много блоков. 32 блока, получается. Стоп, а мне сколько надо? Мне надо, я даже не знаю, сколько мне надо. Ну, ладно, скрафчу 32, пофиг. А теперь делаем ice and fire. Голова. Крафтим. Туловище крафтим. Этот крафтим. И на хвостик крафтим. И тадам, у нас есть теперь фулл сет железной брони для дракона. Вот, также на дракона там еще что-то можно было одеть, но я не понял так, что это такое, типа... Ну, блин, вроде ничего такого нету, короче, давайте тогда берем все вот это и идем наряжать нашего дракошу. Дракон. Здорово. А, стоп, забыл, вот так вот. Все, открываем и наряжаем. Все.
Вау, фига у тебя броня. Давай-ка покатаемся. У-ху! Тихо. Главное тут что-нибудь не сломать. Ладно, давайте приземлимся где-нибудь тут. Также, если кто-то будет скачивать мою сборку, то с управлением я не сразу разобрался, пришлось идти гайдом, а вот вы, вам сразу скажу. Короче, чтобы лететь, вы должны нажать, получается, ну, прыжок и вперед. И этим вы летите. Если вы просто будете ходить, то вы просто будете ходить. Стрелять огнем надо зажать букву R английскую, зажимаете именно. Вот, чтобы, получается, не спуститься, то есть вот сейчас. Вот так вот сейчас, да ё-моё. То есть, чтобы вниз вот спуститься, вот вы летите, и если вы на Shift нажмете, то вы слезете с него. А чтобы спуститься вниз, нажимаете на X, и вы спускаетесь. Вот, мы можем ползать, главное сейчас дом не снести, так. Осторожно. Так, давайте его вот сюда куда-нибудь отведем. Все, пусть он тут живет. Живи тут. Ты сидишь же, да? Вот, все, дракон остается на месте, он тут будет сидеть. Все, пусть сидит. Броня у меня есть крутая, суперская. И меч также у нас есть. Поэтому я хочу призвать иссушителя. А чтобы призвать иссушителя, нам нужны головы иссушителя, логично. Ой, поэтому нам придется сейчас, наверное, искать эти головы. Это сложно, это сложно. Так, ладно, давайте тогда 36 этих стейков осталось. Ладно, погнали тогда в ад. Идем в ад. Ну вот я и дома, я добыл очень много костей, а также 3 черепа иссушителя и 4 песка душ. Вот. Эти все кости мы складываем сюда, когда-нибудь так понадобится. Бедный дракончик на улице спит, но, к сожалению, мне ему дом не сделать, потому что он его просто-напросто сожрет и сломает. Короче, жопа будет. Ладно, давайте спим. А дальше мы уже отправляемся куда-нибудь подальше, я думаю, чтобы, типа, убить иссушителя. А подальше я знаю даже... Нет, хотя лучше не будем телепортироваться. Лучше просто найдем какую-нибудь точечку, куда мы спустимся в самый-самый низ и убьем иссушителя. Главное, чтобы он не вылез наверх. Хотя вряд ли он вылезет наверх, он, наверное... Не сможет дожить до верха. Вот, поэтому... Да ё-моё. Кстати, я же его еще могу вот так бить. Но мы этого делать не будем. Так, копаем. И вниз. Оп-оп-оп-оп-ом. Так, мы оказываемся на 4-й высоте. Надо чуть-чуть повыше. Вот, и на вот этой вот высоте копаем. Получается вот такую дорожку. Все, о, алмазы. Ладно, окей. Даже не ожидал сейчас алмазы встретить, если честно, я просто хотел место найти себе, где я буду строить. Ладно, окей. Так, ставим. Так, это я могу использовать, все хорошо. Кстати, а это можно и не использовать. Ладно, окей. Так, давайте тогда вот тут выкапываем место, где мы его призовем. Я очень надеюсь, что вам видно, потому что я так с трудом, если честно, вижу. Так, я что-то не так поставил. О, бедный Йорик, чудо-юдо, в смысле, да. Бедный Йорик, это за голову дали мне ачивку. А тут чудо-юдо. Давай, появляешься. Это точно босс. Я его так быстро убил? То есть... Серьезно? Так быстро? Окей. Погнали тогда домой. А вот мы и дома. Теперь опять делаем вот так вот. То есть берем. Да, берем, конечно. Досок-то у нас нету. Реально, блин, досок нету. У нас нету досок. Но у нас есть дерево. Сейчас раз, два, три. Так вот, теперь делаем вот так вот. Создаем сундук. Ставим вот сюда. И тут у нас, короче, будет, получается, все железо. Это, ну, для маяка. Также тут будет звезда из этого тоже. Тут.
уже лагает от такого количества вещей, поэтому я сейчас делаю зажигалку и это все сжигаю. Ой, все, я дома. Я там все блоки убрал, чтоб не лагало. Так что все теперь круто. Алмазов 60 одна штука. Железо. Много, короче, всего. Так, это мы, значит, сюда все складываем. А это все сюда. Это, по-моему, самая крутая серия. Хотя нет, самая крутая это предыдущая, потому что я бы всего этого не добился, если бы не дракон, а дракон появился в предыдущей серии. Поэтому вот. И не рычи там мне. Так, подождите, дайте-ка убьем. А где все? Я хотел еще на ХП пофармить, ну ладно. Видимо, не сегодня. Ну а с вами был Крипер. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока-пока. Пока, ребята.